Це блок сценического косплея. Повстречаем овациями! Сценический косплей! Косбен Сейрю, город Кемерово, время приключений. Встречаем! Ребята, время приключений с Стивом и Джейком. Там ночь уже есть. Давай, сейчас я тебя сделаю. Ничего не выйдет, друг. Flawless victory. Да, я это сделал. Это игрушка для слабаков, и я просто не выберусь. Вообще, блин, знаешь, я просто тебе поддался, вот и все. Ну да, а что тогда не для слабаков? Страшная история. В одном темном ужасном городе жили темные ужасные вампиры. Они не щадили никого. У них были страшные острые клыки. Гитара. А, вампир! Блин, дружище, давай пойдем погуляем. Там хорошая погода, ля-ля-ля, гулять. Привет, Марселин. Привет, ребят, рада, что вы ко мне зашли. К тебе? Вы что, забыли? Эн значит Марселин, и это мой дом. Нет, опять? Да, знаешь, друг, я тут подумал, что нам действительно лучше пойти из ее дома. Джейк, ты разве все еще боишься вампиров? Я? Нет. Просто я люблю гулять под дождем. Пошли, а? Вдруг там принцесса какая-нибудь в беду попала? Нет, Джей, Марселин, это уже не смешно. Мы давно живем в этом доме и никуда не хотим съезжать. Видишь ли, я бессмертна, мне больше 1000 лет. Этот дом принадлежал мне, когда вас еще на свете не было. Впрочем, я без проблем сдала бы ее какой-нибудь молодой семье. Да, точно, молодой семье. Но мы с Джейком не молодая семья. Как? Разве я не член семьи? Значит, по-твоему, собака не член семьи? А кто я тогда? Мебель? Или, может, я домашний животный? Нет, Джейк, ты друг. А семья — это муж, жена, дети. Финн, значит, тебе просто надо жениться на какой-нибудь принцессе. Ты ведь поспасал целую кучу принцесс. Сейчас просто женись на одной из них. Вот и все. Но это ведь надо какую-то из них выбрать. А ведь это, пожалуй, интересно. Чего я жюри? Внимание, внимание, всем принцессы! Финн ищет себе жену. Сейчас же явитесь сюда. Всех ждем. Нам срочно нужен еще один член жюри. Зачем? Я себе так голодна. Точно. Позвоню леди Левнеру. Она наверняка обожает сидеть в жюри. Алло, милая, прилетай скорее. Тут тебя ждет самое лучшее место в жюри. Что? Подожди, у нее есть переводчик на шее, его можно включить. Привет, дорогой. Мне так нравится. Маша. Зайди я в жюри. Ребят, может быть, все это зря? Как это зря, дружище? Мы все здесь морально подготовились, нашли таблички, включили переводчик в Левнерок. А вот и первая принцесса пришла. Обручальное кольцо. Она ничего. Да, она милая. Но я думал, что первая придет Бубульгум. Я думаю, слишком скучно останавливаться на первом варианте. Нужно больше принцесс. Да, посмотри дальше. Вдруг Бубульгум придет. Следующий. Согласна. Давай, сестренка, порви их всех за пупырчатую землю, матушку. За конфетное королевство великое. Не боись, сейчас совсем разберусь. Знаешь, папака, мы же с тобой просто друзья. Тебе нужен кто-то более пупырчатый, более подходящий. Я все время мотаю жизнь. Редко бывает дома. Зачем тебе нужен такой муж? Понятно. Ты хочешь...
хочешь меня отшить? Ну что ты, ППК, ты замечательный. Просто я не в твоем стиле. Сама подумай, как меня засмеет попурчатым королевством? Я ведь ужасно глад, из единой пупырышки. Ну ладно, посмотри, что ты скажешь другим. Да, самому интересно. Мир как будто надвое расколот. Завитрины голубым стеклом. Тихо плачет манекен бесполый, кукла с человеческим лицом. Жутковатый вариант. А мне нравится. Что скажешь, Тим? Ты очень милая, принцесса. Постой пока здесь. Может, хватит уже? Если не придет Бубль-Гум, то предлагаю всю эту идею со свадьбой отменить и просто найти новый дом. А вот я не рада. Мне пришлось пропустить 5-й научный форум для того, чтобы проводить на тебя принцессу хот-дог. Она такая не самостоятельная. Вот, держи ее, Финн. А я поспешу на научный форум. Может быть, еще успею представить свой супер новый проект. Пока всем. Удачи, Финн. И тебе удачи, Бубльгум. Я так понимаю, что в итоге ты выбрал принцессу хот-дог. Мы этого не позволим. Нет, я никого не выбрал. Собирайся, Джейк. Пойдем искать новый дом. А зачем вам новый дом? По-моему, этот отлично смотрится. Видишь ли? Джейк, а что мешает нам с тобой быть молодой семьей, а Тим будет нашим другом? А это мы... Что скажешь, Марселин? Это отвечает твоим требованиям. Да живите, как хотите. Я уже достаточно развлеклась на сегодня. Спасибо, милая принцесса. Можете идти по домам. А я пойду. Может, успею на 5-й научный форум. Вдруг Бубльгум нужна помощь с ее проектом. По-любому виноват Джигурда. Он всю ночь меня мучил и за этого я треплю.